Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Да уж. Мы с вами продолжаем The Escapists, Escapists 2. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Ну что, двигаем? Мы продолжаем что-то там выполнять. Что-то там делать. И кто помнит, на чем мы остановились? Я не помню. Честно говоря, пока что эта игра меня не зацепила. Так, перекличка. Пошли. Перекличимся. Поговорите с Робинсом. Для этого побега придется дождаться, пока все переключит. Обязательно сходите на вечернюю перекличку и отмечу нужное место нашей карте в журнале, когда следует выполнить этот план. Следите инструкциям. Ну окей, ладно. Хорошо. Так, у нас... Что у нас там вообще? Тут все максимум. Снег ни хрена. И Кейма. Пошли позавтракаем. Ну, по сути, мы сейчас ждем. По сути, мы сейчас... А, ну надо на работу еще будет сходить, ну да? Врезать ему что ли? Ладно, уж не надо. Что-то я говорю, ждем. Делать нефиг. Мы прокачались. Может, конечно, попробовать поискать другие варианты побега отсюда. Но смысл... Вот здесь я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну просто, тут есть Робинсон, который тебе четко говорит, что делать. Это как бы, что, это такое обучение, или как это вообще работает? Ну то есть, фальшивое аудиооборудование. Почему? Не хочу. А чё? Ай! Ой, тебе. Блин! Мимо! Собака, а? Ах ты гнида, ну я тебя найду, падла. Медик! Чё так медленно? Я тебе дам операцию. Как его звали? Кто помнит? Блин. Создать аудиооборудование. Интересно. Ну ладно, отдыхаем. Создать аудиооборудование. Интересно, где это? Супер уже кнут, дубина. Супер бита. Универсальный инструмент. Крюк. Ну да, это все можно создать, просто вопрос, а зачем как бы, ну то есть, нафига, мне же это... Или тут типа есть другие варианты побега, которые надо найти? Хм. А, почему не могу? Я выздоровел? Да, я выздоровел. Так, где эта козлина, которая мне набила рожу? Я его найду. Это не ты.
Приговор 60 дней. Чё ты какой злой? Я ж поговорить просто хочу. Ух ты! Красная зона. Но это ключ нужен, правда, всем понятно зачем. Обед. Бегом. А я бегаю быстрее. А, может, физическая форма имеется в виду вот эту вот, скорость бега? Maybe, maybe. Ну, то есть, типа, надо искать какие-то выходы. Хм. Интересно. Ну, просто создать аудиооборудование, да? Просто вопрос. А где тут? Копия ключ-карты. Эй-оу-оу! Фу ты, блин. Чё пугаете? Самодельный контрабанд. Эй, еп, да заколебали, блин. Алло. Эй, я не хочу покупать. Я хотел его ограбить. Что за дела? Так, работа. А у меня же есть работа, да? Да, у меня есть работа. Да в смысле? Ну, чё? Ой, эй. Возьмите контейнер, щит, маску, резиновые перчатки, собирайте мешки с мусором, выбрасывайте их соответствующие. Ну, понятно. Окей, давай. А, там вон. Я не заметил, что-то сразу. Что тут снизу есть. Эй, ну. Медленно немножко процесс. Видимо, все. Ты можешь все обыскивать. Да, в общем, не очень понятно. Физупражнение. Пошли. Опа. Физупражнение. Здоровье и уровень физической формы. А, что, позанимались? А, давайте повеселимся. Ой, не поймаешь. Ты медленный и тупой. Все, сдулся? Плюшка зеленоволосая. Эй, в смысле так нечестно?
ля ты крыса, а? Эй! Ну не присоединяйтесь к тухи, суки! Ага, да? В смысле? Да как так-то? Ну блин, а чё... Ну чё за нафиг? Как он меня пробил-то, алё? Главное, я его бью. Да ну вас. Ну, принцип, в принципе, в общем-то, более чем ясно, да, что можно делать. Ну, то есть можно вот так вот убегать и драться с ним. Алё, врач! И чё? Ты где, блин, шлялся? Да ты не просто поставил на паузу. Ты чё там? Ничего себе. Нормальная вообще ситуация. Ауч. Я не согласен, меня жестоко избили. Гадство. Но с другой стороны, с мы выяснили, как можно делать. Можно вот так вот таскать их за собой по всей территории. Ну, правда, толку с этого? Ну, потаскаешь ты. Стой! А мне носков нету? Я же вроде... Ничего из того, что у меня тут есть, из того, что у меня в рюкзаке валяется, не соорудить? Нет, с собой. Кисточка. Да, в топку. Кругом полиция. Блин, что все мешают, а? Я чё за ботинок? Чё за приколы? А вот шука, вроде какая-то штука была интересная. А можно продать? Вот тут ребята как бы ходят с деньгами. Ага. Ага. Ладно. Хорошо. То есть, в принципе, можно... Не пустили. Ты кого видишь?
Блин, опять попал. Собака, а? Ай, он меня сейчас еще все отожмет, скотина. Блин. Да, конечно, драться надо научиться. А, черт, перекличка. Медик, тащи быстрее. Стой, иди туда, положи на место. Да, их там до 50, да, поднимем, так сказать. Я говорю, надо какое-то оружие. Посетил. Так, и дальше что? Разобрать предмет? Ой! Что такое? В смысле? Разобрать предмет, облегченный рюкзак? А, заберите! Фу ты, блин, разобрать. Не, не разобрать, а забрать. Дальше что? К ограждению. Хорошо. Пошли. Ой, нет. А как же нам? Так, выход, выход, выход. Это где-то тут, по-моему, да? Опа. Не то. Извините. Как говорится, упс. Отправляйтесь. Ну круто, а как? А я не могу выйти, меня не выпускает. Так, что-то я не догоняю, а как тогда? Да, но я выйти не смогу. Хм. Тут я не пройду. Тогда нам что, нужно оранжевый ключ, что ли? Ну, видимо, да. Пошли искать. Еще где бы его найти? Но у него нет. Главное, нет. Вроде так написано, отправляйтесь к ограждению. А но в том-то и проблема, что я как бы... Сюда меня не пустят. Желтый ключ вижу, но желтый нам не нужен. Нам нужен да, вот. Ага, то есть вот так вот он. А, сейчас же собака выпустит, точно. Забыл совсем. Давай, положи. Да блин, какой нафиг карцер? Опять картошку чистить. Вот привязался. Так, у меня облегченный рюкзак забрали, да? Так. Проблема. То есть, да, они замечают, короче, если попадешься, он поднимет тревогу. А как тогда? Хм. Забрать рюкзак, это понятно. Сейчас я выхилюсь. А, тихо, стоп. Давайте уж выберемся. Хм. Я не совсем понимаю, можно ли как-то уйти от собак. И как-то выйти наружу.
Можно выйти? Не, я в камеру не вернусь, отвяжитесь. К тебе я сейчас тоже не зайду. Так, пошли спать. Чёт я не понимаю. Как мне выйти наружу? Что надо делать? Да иду я в камеру. Отметка отметилась. Смотрите, вот гуляет серебряный ключ, да? Ой, серебряный, говорю, этот как его? Сиреневый. Не вылезу, отстань. Что нужно? Так, эту штуку мы... Давайте пока уберем. А, так он мне сейчас говорит, что можно отправиться к ограждению. То есть нам нужен сиреневый ключ, чтобы ночью выйти отсюда. Допустим. Нет, стоп, нам, по-моему, не сюда. Просто на дорогу сюда, да? Подождите с своим завтраком. Сейчас, если я подойду, я так понимаю, что я всех сагру, да? Правильно? Правильно же. Или нет? Надо проверить просто. Проверить надо было. Так. То есть нужна ночь и нужен сиреневый ключ. Ключ. Ой. Так, но ключ, проблема в чем? Что когда нам нужен какой-то дубликат ключа, а не сам ключ. Ну, спиртисти. Так, а что для этого, блин, я, а как прочитать-то, что для этого надо? Какая-то сопля сиреневая нужна и жвачка, видимо, да? А что за сиреневая сопля? А что? Эй, алло! Какой уй-уй-уй, блин? Ты чё? Я случайно... Почему она не работает, я там сообщение пишу. Ой-ой-ой-ой-ой. Картошка в карцере. Все, на свободу с чистой совестью пошли все нахрен. Так, отдых, да? Пошли-ка отдохнем немного. Восстановимся. Так, значит, нам нужен... Нужна какая-то сиреневая сопля. И жвачка. Правильно? А что за сиреневая сопля? А пёс узнать, навестись не получается, не могу посмотреть. Какая-то сиреневая сопля. Тут немножко... Новый предмет, спасибо. Сиреневая сопля. Что ж за сиреневая сопля такая? Эй, Чарли, стой. Не то. Сиреневая сопля. Жвачка у меня, по-моему, есть. Нет, у меня нет жвачки. Пошли искать сиреневую соплю. Ой, что такое? Куда ты улегся? Да мне что-то посмотреть на него надо бы.
Что за... Может, где-нибудь тут что-нибудь есть? А, во! Расплавленный... А, это расплавленный пластик. Ага. То есть нужна зубная щетка и... И вот зажигалка. Зубная щетка нужна. Давайте искать зубную щетку. Где-то же она наверняка есть. Будем искать. Ну или, не знаю, покупать там. Нет, не надо. Зубная щетка. Обед. Обед — это имеет смысл. Пошли пообедаем. Кто еще чем торгует? Не то. Не, все не то. Так. Что? Чего тебе? Ну чё? Все? Отстань. Ну чего тебе надо? Чего? Отстань. Кто? Чего тебе нужно? Отвяжись. Кого ты потерял? Все, я работу сюда, отстань. Чё ты пристал? Чё с ним? Хорошее начало. Плохое продолжение. И еще один. Вот, отличненько. Так, дальше ищем зубную щетку. Что ж такое? Паста есть, щетки нет, а? Зубная щетка. О, носок. Знаю. Из него можно оружие сделать. Зубная щетка. Уже нет. Чего? Подарок. Все, отстань. Противные такие, блин. Да что ж такое? Никто тут зубы, что ли, не чистит. Так. Да. Похоже, реально никто зубы не чистит. О, шоколадка. Нет, главное, сахар есть. Пошли в культурку позанимаемся. Отметимся. Ну да, видите, вот как бы нужно просто зайти и тупо, так сказать, показать, что ты тут. Да что ты будешь делать-то? Реально, ну что такое? Я дико извиняюсь, у кого можно зубную щетку надыбить? Нам ничего не нужно. Что ты опять за мной гоняешься? Чё тебе надо? Отстань. Ты не в моем вкусе. Чё тебе, перчатки подарили? Душ. Пристали. Душнилы. Чё-то какая-то проблема. Отметился.
Не то. Ну что, морды теперь всем бить, что ли? Я не понимаю. Надежда из кого-нибудь вышибить зубную щетку. О, кому-то уже. Как я погляжу, на костыляре. Я, конечно, все понимаю, но это я что-то не понимаю. Пол царства за зубную щетку. Ну просто нет. Просто нет. Ух ты. Какие тут полезные штуки иногда валяются. Мужа, не отвяжитесь. Так. А может, надо просто успеть проскочить? Ну, что ты... Так, смотрите. Чтобы сделать вот этот слепок... А, расчески тоже под... Тьфу, я дурак. Ох, блин, так... Спокойно. Расчески тоже подходят. Расчески были. Не хочу оттуда уходить, отвяжись. Вот только где они были? Я же где-то видел расческу. Какой кошмар. Да, тут надо внимательнее. Иначе будешь как дурачок бегать в поисках всего такого. Подожди, ну точно же расческа где-то была. Так, а для мастики что нужно? А. Ну как почитать-то, а? Ну удерживайте, ну дай прочесть-то. Нужно что-то и что-то, блин. Тюбик и тюбик, блин. Чё за тюбик? О, нифига себе там полицейский на бонгах. Видели, да? Серьезно? Хе-хе, прикольно. А да, присоединяйся. Ты на бонгах. Класс. Здорово. Это прикольно. Так. Не надо за мной следить. Что? Плохо играл, что ли? Кого-то найдешь. О. Чё ты пристал? Хорошо, я ухожу. Привязался, блин. Приставочка какая. Всё, отстань, я в домике. Чё ты за мной бегаешь? Это моя камера. Уйди, отвяжись. Отстань, противный. Я не такая. Тут пёртый баран, блин. Ой, блин, я же не этот. Вот. Ай, если мне сейчас... Нет. Фу. Так, а у меня, по-моему... Так, сейчас. Немножко тут... Это можно оружие... Да-да, вот. Дальше. Теперь нам нужна расческа и зажигалка. Это у нас... Нет,
скорость высокая, урон низкий, охват низкий. Хорошо, сойду. Так, и что нам нужно еще? Так, бело-синий и какая-то... Вот это нам надо. И какой-то флакончик. Наверное, это зубная паста. Ну, бело-синий. Вот я здесь был. А если сейчас попробовать выйти? Сейчас я смогу выйти? Возможно, мне не надо. Ну, в принципе, я плюс-минус понял, как бы, то есть, как здесь это все делается. Да, сейчас можно выйти. Ну да, это, видимо, надо было до того, как выключается свет, успеть проскочить. Ну, понятно, да. Но я говорю, принцип в целом понятен. То есть, все, что нужно, это, грубо говоря, вот так бегаешь, собираешь. Надо разбираться потихоньку. Потихоньку, полегоньку. Важно успеть. А как он там ходит? А почему я там ходить не могу? Ай! Ты чё? Чё это она? Ждем. Да, блин. Да. Ждем, пока все разойдутся по камерам. Интересно, что собака на меня за мной побежала? Че это она? Типа что-то разыскать или как это вообще работает? Ну все. Ну ножниц мне хватит ровно, так сказать, на один прорез, да? Ну вот кое-что выяснили. Так. Вижу подозрительный луч света. Второй вариант побега осуществлен. Все на камеру, все на камеру. Ну ладно, остался еще один вариант побега. Да ладно тебе. Еще один вариант побега на этой карте остался, надо будет его тоже посмотреть. В принципе, так плюс-минус появляется понимание того, что мы делаем, зачем мы делаем, то есть как это все можно собирать, как это можно все делать и так далее и тому подобное. Единственное, что пока не очень понятно, вот, например, вещи, которые я нахожу в столах, это как бы постоянно, ну, как сказать, там постоянно что-то будет появляться, грубо говоря, каждый день, или если я, например, все эти вещи из столов выгребу, то они вообще исчезнут. Но, правда, не совсем тогда понятно... как бы где их брать, потому что торговцев, например, всех обошел, у них тупо не было того, что нужно. Ну, видимо, да. Ну, наверное, стало это какой-то рандом ежедневный. Типа, раз за ночь обновляется как-то. Нет, я думаю, я так думаю. Не факт. Не факт, что я прав. Как говорится, я не волшебник, я еще только учусь. Ладно. На этой, в общем-то, более чем положительной ноте. То есть, в принципе, почти сделали этот слепок. Ну, то есть, там осталось чуть-чуть. Соорудили оружие самостоятельно. Плюс-минус... Конечно, вот насчет крафта здесь не очень удобно, потому что, ну, как бы нельзя навестись на название. То есть, как бы ты смотришь и по картинке ориентируешься, а ну, это не совсем, не знаю, непривычно. Ну да ладно, в целом будем и дальше. Остался еще отсюда еще один побег, как я понимаю, из таких официальных. Ну, из неофициальных, видимо, можно сделать слепки и как-то тоже сбежать. Да пес его знает, наверное, можно. А зачем? Я думаю, на легкой будем проходить такие... Ну, то есть, вот на легких просто уж пройдем. А вот уже когда дальше, да, под средний, например, что это значит? Рядом, взятый в клещи. Кажется, печально известном лагере. Фиг его знает.
Ладно, посмотрим. В общем, те, которые легко будем проходить по заготовленным шаблонам, если, конечно, это не единственная такая тюрьма, в которой есть шаблон, посмотрим. А дальше, ну опять же, короче, будем ориентироваться по ситуации. В общем, на этой ориентировочной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии, с меня контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопают по чудесному кружочку. Увидимся в следующей серии. The Escapists. Escapists 2. Безоговорочная фарава. Как-то так.